Итак, на юридическом языке о дополнительной социальной поддержке семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет. Действие настоящего закона распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства на территории Московской области. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся также гражданином РФ и имеющий место жительства на территории Московской области. На ребенка, который также является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства на территории Московской области. Вы можете проверить эту информацию по своему региону. При условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в вашем регионе, на душу населения за второй квартал предшествующего года обращения за назначением такой ежемесячной выплаты. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячная выплата предоставляется на каждого ребенка. Размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума, установленной в Московской области.